Это чел не проснется, блядь? Тут чел не просыпается в этой части? Хотя в прошлой части они тоже вроде просыпались как раз. Я не знаю... Ну, типа, там было такое, что я выходил с уровня, потом возвращался. Я не понял. Бля, этот звук меня пугает. СПС, что мне подсказали, кстати, что можно зажимать и вот так вот бить. Оно ваншотает, вы видели? Это мне понравилось. Руны есть в сейфах? Нихуя. Это что, телевизор, блядь, что это? Кадулина. Найс. А на втором сейфе тоже кадулина. Кот. Где кот? Кто кот? Я кот. Ты кот. Кодулина. О, шифр от сейфа, бля. Ну прямо вот рядом был. Офигеть, я его не видел. Так. Ням. И рецепт боевого усыпляющего дротика. А в чем разница? Тихо. Аккуратно. Почему здесь какие-то, ну, усиленные гвардейцы, так сказать, типа, которые с пистолетами, почему-то девки всегда? Что за сыжевятина? Типа, где логика? Чего он не умер, я не понял. Да я думал, он ваншотит его. Спрячу за диваном. Restricted area. Так, оскверненный амулет 6 метров прямо за стеной. Руна 23 метра, а где она? На next этаже? Где он? А где мой оскверненный амулет? Я не понял. Бля, где он? Стоп, как это? What the hell? Он в этой комнате, но тут нету прохода. Моби-книжка. Как в первой части. Бля. Что-то здесь не так. Оно по-любому додвигается. Моби-глобус покрутить. Что-то здесь нечисто. Мэйби снаружи туда попасть можно? Надо в окно какое-то выйти и попасть снаружи туда. Какое из окон, бля? Да я не знаю. Мэйби с той стороны. Почему кадров мало? Постоянно. Регулярно. Чё здесь? Это я где сейчас? На втором этаже? Где я? Кого я слышу? Окей, это оно, да. А не снаружи там? No. Чё за лифт? Там собака? Где собака? Да ты его разрубил! Так, там собака какая-то есть. Надо её просто усыпить. Не, лучше её убить. Ну, типа, собака это опасно. Если она агрессивная. Кто это? А, блядь! Ой! А! Бля! И батя пересрал. Fucking hell.
Так, пока все хуйно идет. Блин, если вот сконцентрированная игра без ошибок, то игра легкая. Согласитесь. Где какие-то руны и амулеты? Где они все? Где они? Два чела. Вот я им бы гранату закинул, это, кстати, идеально. Супер умно. Потому что не знаю, сколько там еще челов есть. Вот это было идеально. Еще четко. Ой-ой-ой-ой-ой! Just resting while people take care of you. Тихо. No thanks. Sickness is still sickness, even when it's wrapped in a silk bathrobe. All I can imagine is people. Строго без ошибок, гайс. Не даем никакого шанса. Даже учитывая, что я могу ворваться на них с ножом, их всего лишь двое. Шансов давать я им не буду. Стрим без ошибок. Меня ни разу не коцнули. Сейчас пройду весь уровень без дэмэджа. Какого хуя, блядь? Вот сейчас не понял. Куда он взялся? Да я хочу вышку обезвредить. Срочно. Ты не видишь труба? Или он видит труп? Я не знаю, достает, нет? Блять. Помолчи. Убил ни в чем не виноватый собак. Пиздец, пипианс. БТВ, люблю смотреть твои стримы во время работы. Сижу за ноутом, пишу код и смотрю любимого Пепаню. Кстати, у меня не было этого квеста. Хорошего стрима и удачи. Ну, я ж не знал, что там собаки сидят. Я открыл дверь, они на меня нападали, что мне делать? А усыплять их небезопасно с точки зрения реализма. Вдруг они проснутся, и потом на тебя будут нападать. А это кто? А, там, собственно, мой отход-план. То есть я уже готов уходить? Но я еще не готов уходить, я только начал квест. Меня ни разу не коцнули за весь уровень. Добрый день, я заблудился. Скажите, это стрим первых трех миссий второго Резонарда? Чё? Это стрим конкретно третьей миссии. Первые две, ну как бы я уже просто стримил. Какой-то тролля донат, но так сразу не поймешь его. Спустился я как-то с 15 этажа на улицу и осознал, что забыл бумажник в квартире. Ого, ого! Обратно, но строго по лестнице. Граната. Потому что величайший сказал, что это всегда ошибка. Так, а я докину? Ну вообще граната убивать это единственное разумное решение. Три человека, тут только граната. Блять! 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 Паникую. Какого? Один из нас даун. Но это не я, это ты. Все, стал с ошибками играть, ГГ. Граната вообще... Какое-то хуевое расстояние летит. Где этот чел? Куда он делся?
Ис. Ну это ошибки уже, это прям много ошибок. Но я не знал, что граната не долетит. Хули она не долетела? Почему она такая тяжелая? Как будто, не знаю, кидаю 6-килограммовый камень. Ну типа, сколько граната может весить это? Ну если на килограмма 2 весит, как он ее не докинул? Так какой 2 килограмма? Она должна меньше весить? Не, хотя как меньше? Хотя, блядь. Выглядит большой. Я хоть один амулет найду, блин. Хоть одну руну. Бля, не могу найти ничего полезного вообще. Ноль амулетов, ноль рун. Так, а как я вообще сюда попасть мог? Это я где? Это какой этаж? Окей, я понял. А куда ступеньки тогда ведут? Что-то я не врубаю. Сюда. Blackouts are worse, and my dreams have taken a turn towards the disturbing. Even rest eludes me. Duke of Bell seemed overprotective at first, but increasingly, I'm a prisoner in my own lab. Где мы? Ноль всего. Even then, I feel like I'm being watched. What really saddens me is the loss of my work. I've always thrived on my connection to the people who need me the most. Что здесь? Здесь я был? Да не был тоже. Где я? Кто я? Где рядом? Что такое рядом? Кто такой этот рядом? Я не знаю его. Я не знаком с ним. Кто такой этот рядом? Что за прохит? Я здесь был? Перламутровый веер. Семени. О! Наконец-то! Это вроде двойная руна, потому что алтарь чужого. На алтаре двойные руны. I so enjoy watching history warp as words pass from the lips of one to the ears of another. Imperfectly formed, half understood, poorly remembered. In the years to come, the story of the crown killer will be twisted and bent. Блин, какой же это чел мерзкий во второй части. Like soft metal. By some accounts, a monster that had to be put down. By others, a victim of treachery. Preserved, because in the end, you found another way. But you'll always remember the truth, won't you? Your truth, at least. Так, ура! Есть три руны. Тут у меня все прокачано. Вот это вот. Если вы не двигаетесь, нацеливая перенос, время замирает. Это звучит очень полезно. Типа, время подумать, чтобы убежать, если меня зажали. Бросайте врагов, атакуя сразу после переноса. Что это значит? Нацелившись переносом во врага и атаковав сразу после переноса, вы нанесете врагу мощный удар, отбрасывающий его. Для незаметивших вас врагов этот удар обычно смертелен. О, кстати. Так это... Ну, хотя оно и так смертельно часто, когда я... Ну, давайте для начала это. Замедление времени во время телепорта. Да, по идее, меня вообще никак не смогут убить. Я просто буду, ну... Пока я спамить телепорт, и время будет останавливаться, я буду неуязвим. И все. Удачи меня убить.
А бессмертный теперь? Будет изи. Будет изи. Сюда! Это чил? Не, нихуя. Мне показалось, что это чел. Типа красная форма. Вообще уровень так-то легкий. Да в принципе, если в эту игру правильно играть, то она легкая. Даже на хардкорычах, разве нет? Как меня теперь могут убить, если у меня телепорт замедляет время? Как меня убьют? Только если я сам ошибусь, где-нибудь, ну, разобьюсь. Или телепортнусь случайно в какую-то там, я не знаю, электрическую стену. Дверь отделения для выздоравливающих. Это сверху или снизу? Сейчас или вообще? Растяжка. What? What? Обез... What? Стоп. Ловушки в этой игре? А что оно... К чему оно прикреплено? Растяжка. Я не вижу. Это ловушка? А что оно взрывает? Лифт? Я не вижу, как оно должно взрываться или и где. Механизм прикреплен к этой штуке, и как оно должно работать? Я обезвредил? А, типа, вот здесь была растяжка, вот здесь? Ебать, я почти умер! Или что, это ваншот? Почему оно не видно его было? А что произошло бы? А где бомба? Не, ну ловушки это бред, я ж не могу знать, где они, если я не проходил игру еще. А ловушки это вообще бред. В первой части не было ловушек. Чем меня никто не предупредил, что в игре есть ловушки? Ловушка вон еще какая-то. А! Это что? Ловушка? Я не понял. Типа, вот эти бы ловушки сработали, если бы я наступил... Вот здесь прошелся бы? Меня бы с арбалета расстреляли или что? Пишет, нельзя взять боеприпасов этого типа. Это, наверное, патроны эти арбалетные. Есть какие-то проходы? Скрытые. А что, ловушки ваншотают или нет? Если они ваншотают, как играть, я не знаю. Ого. Ни одна граната осталась, жалко ее тратить. Надо бы с пистолета разобраться. Блять. Тут немало. Мне нужен зажигательный болт. Хотя, в принципе, если аккуратно, то это несложно. Фласки есть. Да, они изи. Это изи. This is twisted. This is fucked up. Блядь, я столько патронов наберу. Че, рофлите? Бля, я же их, по идее, ножом могу разрезать. Мои патроны не тратить. Но это надо вплотную подходить. А, ну, хорошая идея. Вплотную я подходить не хочу. Хотя хилки были. Можно было вплотную... На самом деле, можно было сэкономить патроны, потому что... Патронов мало, а хилок очень много. Мне столько хилок даже не надо. Бутылка с хлороформом. А что она делает? Я умираю? Не. Я могу кого-то оглушить этой бутылкой, типа, ну, в смысле, чтобы он просто упал и за... Ну, типа, потерял сознание? А ну?
Не знаю, сработало оно на них или как? Солярий. Чем мне туда залезть? No fucking way. Я смотрел пункт назначения 3, поэтому я никогда в жизни не залезу в солярий. Да и в любом случае это вредно. И на аттракционы я не пойду после пункта назначения 3. Да. Полезно смотреть такие фильмы. Зато всякую хуйню не делаешь потом. Пункт назначения — легендарная серия. Так жалко, что фильмы скатились после третьей части. Вот третья часть — это, конечно, была просто, блядь, квинтэссенция этого, так сказать, уникального жанра. Его можно так и назвать. Пункт назначения. Я похожих фильмов не помню. Первый фильм вот просто, да, вот суперинтересный сюжет. Второе, типа, охуенное продолжение. Третий — это просто кайф. Третий пункт назначения, какой же он охуенный. На четвертый и пятый, да, уже вот намного хуже. Стал, какая-то хуйня совсем творится. Унылая. А где, блядь, руны эти все? Чё за звуки стрёмные? I didn't used to lose things like this. A disease of the memory. Я могу её задушить? A common affliction. Are you a patient of mine? I'm sorry. I should know that. I'm here to ask you about something. Man, не трогай меня этими руками! Because you were hurt. The afflictions we treat here are more common than anyone likes to admit. I'm not here for treatment. I'm looking for Anton Sokolov. Yes, he was here for a short time, but she took him away to see Kirin Jindal. Кирин Джондуш. Здравствуй, папаня. Ловушки были в первой части, только их очень мало. Есть умение, которое показывает ловушки, и не только. А я его искал. И в комнате с осами. Посмотри вниз возле входа. Бутылки с газом могут усыпить. I was in Dunwall, studying diseases found among whaling crews. Фу, блядь. Did someone just call me? I've been forgetting things. The Crown Killer is in the case. I feel almost sure I could help with that. It's just, I used to do such good work, and now my memory is failing me. Who is that calling me? Чего? Excuse me. Что мне стрёмно уже? На паузу нажму пока. Сейчас убьют меня еще, пока я летапнусь. Навык темное зрение с бафом позволяет видеть механизмы. Это пассивка или не? Кнопки, рычаги, растяжки. Навык порыв ветра тебе понравится, поможет четвертовать человека и раскидать его по веткам. Здравствуй, папаня. Ловушки были в первой части, только их очень мало. Есть умение, которое показывает ловушки не только. Там картинка с глазом. И в комнате с осами посмотри вниз возле входа. Гайды! Во, вы видите сквозь стены и защитные механизмы. А также отключать защитные устройства и механических врагов. А механические враги это что? Это вот помните, в самом начале игры, там вот эти вот какие-то роботы с четырьмя руками. Это ж по-любому нужно прокачать, бля. Я столько рун наберу, мне надо по-любому все руны лутать. А что мы разузнали о королевском убийце? Там же был какой-то чел, который был заражен этими осами. Он на меня напал, он был какой-то усиленный. Ну, блин, у меня максимум болтов. Хуёво. Пиздец. С кем она разговаривает, блядь? Она когда поехавшая, хочу ее убить. Она меня напрягает. What? Я ее придушу пойду, она меня раздражает. Хотя бы придушить надо. Где она? Она меня раздражает реально. Ебать, что с ней? Вы видели? Я не зря ее убил! Вы видели, блядь? Она в монстра кого-то превратилась! Вы видели, что с ней случилось? Она меня чуть не убила! What? Королевский убийца, объект убит? Так это и был королевский убийца! Это оно и было? Вы видели, она обезумела? Я хотел ее придушить, меня не получилось. Она на меня сагрилась. С одного удара мне снесла больше половины хп. Я, блядь, прихуел, думал, что конечная или что. Фух, бля. Это было стрёмно. Типа, я должен был где-то найти доказательство, что она и есть королевский убийца, правильно?
Но, судя по тому, что она там бормотала, мне не по себе стало. Я решил разобраться с ней. Пока не поздно. Это гнездо? Эх, блядь. Жесть! Эх. А где были, собственно, доказательства того, что она королевский убийца или... Что-то прослушал где-то. Че, с тобой все хорошо? Васка. Не, с ним не очень хорошо. Тому, кто найдет мой труп. Я знаю, что скоро умру, меня преследуют последствия моей злосчастной ошибки. И не смог спасти доктора Гепатию от нее самой. Если кто-нибудь найдет эту записку, не видите ее ни в чем, она не имела ни малейшего представления о том, что делает ее вторая личность. Она не знает, в какое чудовище превратилась. А так она, походу, заражена этими осами была тоже. Если бы я был смелее, я бы ее вылечил. Если ее еще не слишком. Если еще не слишком поздно, прошу вас, изготовьте антидот и спасите ее. Инструкции в моем личном сейфе, код 121. Я мог ее спасти в теории. Ну. Похуй! Главное, что я себя спас! А где его сейф? Где сейф? А, в кабинете Васка? Сейф? Кто такой этот сейф? Да кто такой этот сейф? Где все руны опять? Вообще ноль рун, блять, ноль рун. Бля, я вроде прошел квест, но я не нашел ни одной руны. Найс. Ну, в смысле, я нашел руны, но мало. Не почувствовал, мне нужно намного больше рун. Мне так и не задонатили, это активка или пассивка, блядь? Чат, подскажите. Я сейчас альтапну в чат специально посмотреть. Подскажите, это активка или пассивка? Глаз это что? Активка, пассивка? Оцени фильм «Хеллбой» 2003 года, «Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года и «Основный инстинкт» 1992 года. Советую все, если не смотрел. Чат, подсказывайте, это активка или пассивка? Чат. Активка, 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 активка? Блять! Я так и думал, это же магия, активка. То есть его нужно включать? Так а чем он мне поможет? Как я буду его постоянно включать? Hellboy, который, я так понимаю, оригинальный, да? Не помню, какого он года был. Короче, Hellboy, это очень сильное кино. Всем советую. Но который оригинальный. Не тот, который, блядь, переснятый американский с этим, с Джошем Бролином или с кем-то. Это полная хуйня. Оригинальный Hellboy супер охуенный. Ну, типа, шедевр так-то, шедевр. «Пролетая над гнездом кукушки» тоже супер фильм. Hellboy мне больше нравится, но «Пролетая над гнездом кукушки» must see драма. В принципе, всем советую. Наверное, лучший фильм Джека Николсона. Ну, с Джеком Николсоном. А «Основной инстинкт» считаю overrated кино. Оно в свое время, ну, типа, так сказать, хайпануло. Только по той причине, что там эта молодая, как ее там звали, эту актрису. Ну Шерон Стоун, да. Только потому, что она там ноги раздвигала. Это единственная причина, почему этот фильм хайпанул. Потому что, в принципе, он как бы, ну... Ну, не выдающийся даже близко. В принципе, неплохой фильм. Ничего там, ну, хуевого нету, но... В один ряд его ставить, пролетая над гнездом кукушки и с Олдбоем? No way. No way. Это разного уровня кино, скажем так. Разного уровня. Бля, сейчас будем искать кучу рун надолго. Но я не могу ливать без рун. Мне они очень нужны. Прям очень нужны. Прям очень сильно нужны. Надо попытаться найти. Ты пиздец, сколько всего пропускаешь. Вроде видно, что стараешься собрать побольше контента. Но в итоге проебываешься. Точка БТВ, почему ты на лифте не спустился в подвал? Почему не залутал закрытый? Да не подхватит гайдить! Я про лифт помню, это в самом конце. Я знаю, что там подвал есть. Так я же еще, блядь, не ухожу никуда. Я еще на уровне до сих пор и лутаюсь, а ты мне тут уже подсказываешь. Гайдишь. Гайдишь сейчас или вообще? Ты кто? О, Гамильтон! Гамильтон! О! Здравствуйте. Он мне должен дать ключ. Там, где черный амулет. You're Hamilton? Why did they lock you up? You know something? I swear, I know what I saw. Hooded,
I just caught a glimpse. So much hate in the eyes. As if the world needed more of that. I'm not seeing things. Дай мне ключ. I hope they didn't steal my notes. Мне ключ. I need Опа! Опа! They took my key. Опа, nice loot. Я тоже забрал эту ключ. I thought I could... I don't know. What a fool I was. Ладно, отдыхаем. Тут еще кто-то был из стражников. Я кого-то слышал. Пока стекла, поэтому бить не будем. Так, как минимум я найду еще один амулет и одну руну. Благодаря этому ключу, это точно, правильно? Ладно, пожалею девку. Только потому, что она девка. Йоу, учитывая прошлое мнение по трейлеру Дисхонаре, даже после темного мессии, будешь ли пробовать другие игры Аркейн? Например, 3 2017 года. Там еще больше вариантов прохождения и т.д. КСТА, Bethesda тупо не умеет в рекламу. Я думаю, без аукциона нет. Кстати, да. Наверное. Без аукциона, наверное, вряд ли. Не знаю. Так, а тут ловушки есть, если, блядь, перед входом были ловушки? Я не знаю, тут есть ловушки? Руна 7 метров, она на потолке, блядь, или что висит? Я ее не вижу. Ловушки есть? Так, блядь, сразу не поймешь. Дистилляция ртутного пара. Это рецепт. Ловушки есть? Пизда. Что? Нахуй, решил крысу убить. Блять, нахуй, блять! Я крысу решил убить. Ой, и фласка что-то не сработала. Я сразу умер или как? Я типа спамил кнопку фласки, и она не сработала. А что я ударил? Вот так-то лучше. Привет, Попеч. Пизда. Хочу у тебя здесь прорекламировать свой канал на Ютубе, называется Найрас. Вот ссылка, если захочешь показать всем кайф для просмотра. Тебе приятной игры. Приятно поиграл, спасибо. Я просто ударил. Я даже не знаю, где там было что. Я не видел бомбы никакой. Ну, сука, ёбаная, блядь, ёбаные ловушки. А это бред, нахуя ловушки ставить в игру? Типа, и чё они ваншотают? Надо было ХП прокачивать. Да, надо ХП прокачивать. Ну что, я не знаю, что сказать. Мне до сих пор интересно, но это придется, это пиздец, сколько времени придется играть уже, но это много. Блядь. Но вообще, так-то сложностей никаких не было. В принципе, супер легко. Первые два уровня я точно могу проспидранить. Мне только, ну, мне что мне осталось за лутать? Мне осталось найти этот черный амулет вот здесь. Ну, собственно, вот надо будет подвал не лутать без стрима. То есть я все сделаю то, что я делал, убью Гепатию, чтобы было, ну, не буду ее спасать, чтобы было как бы, ну, канонично, как я проходил. Обезрежу эту комнату сначала, чтобы сразу на стриме не умирать, если что. Сначала обезрежу эту комнату. Ух, пиздец, блядь. Ну, вообще, дальше играем, я пока не сдаюсь. Ну, это бред, игра легкая, если концентрированно играть. Просто, блядь, ёб, какие нахуй ловушки, блядь. Причем я даже ее не видел, я крысу ударил. Типа, хуя у меня АОЕ ножа какой-то ебанутая. Это нереалистично. Как я могу ножом задеть бомбу, блядь, какую-то, она взрывается сразу. Когда я вообще ее перед глазами помолчи. Не вижу, как я могу, блядь, что? Здравствуй. А у меня у ножа, как у Батл Фьюри, блядь, в доте. Мое имя можешь пизда. Не считать, ну разве что только если наоборот. Будешь ли играть в Мафию 3? Кстати, в следующей локации будет бриллиантовый амулет. Не пропусти ПЖ. Он будет в мусорке 000. Пока что я в мусорке 000. Го колесный аук надоел уже. Будет еще колесный аук, чего вы переживаете. Я еще не сдаюсь с Dishonored, я хочу еще поиграть немножко. Я не сдаюсь, тем более я чувствую, что вполне проходимо. Просто, блядь, ну... Ловушки это вообще полная хуйня. Бля. Пока. К сожалению, микро-микро-стрим.